В Ангарске на льду Дворца спорта «Ермак» состоялся фестиваль хоккея. Программа мероприятия выдалась весьма обширная. Соревнования детских команд, выступления творческих коллективов, а также матч ветеранов. Чтобы понаблюдать за соперничеством «Ермака» и команды «Байкал», на стадионе собралось более 5000 человек. Такого количества любителей командного спорта на трибунах Ермака не собиралось даже во время регулярных игр. В минувшую субботу здесь состоялся не просто матч, а настоящий праздник. Фестиваль хоккея прошел под рев трибуны стуклюшек команды «Ермак» и «Байкал». Болельщики уже давно так не радовались происходящему на льду. В Ангарске любят хоккей. И каждый, кто сегодня пришел на стадион, вложил частичку своего тепла в нашу команду. Мы желаем ей победы и будем за нее болеть. В составе команды «Байкал» участники ночной хоккейной лиги. Несколько ангарских хоккеистов вместе с голкипером Кириллом Губановым были откомандированы в состав «Байкала», а стан «Ермака» дополнили несколькими ветеранами. Своей игрой болельщиков порадовал воспитанник ангарского клуба, а ныне обладатель Кубка Гагарина, нападающий адмирала Владислав Калетник. Хорошая игра, очень приятно, что собралось много любителей хоккея, так как в Ангарске любят хоккей. В это непростое время сейчас для всех нас. Отличный матч, отличная возможность увидеть всех друзей, знакомых. И я рад вновь вернуться на ангарскую землю. И очень приятно всех вас видеть. Фестиваль хоккея игру именитых спортсменов не ограничился. Ему предшествовала серия товарищеских матчей, в которых приняли участие дворовые хоккейные команды. Дети, осваивающие этот вид спорта в клубах по месту жительства, вышли на лед с юношеской командой «Ермака». Это акция «Живи хоккеем», в которой принимают участие наши дворовые команды. Команды «Восход», «Зенит» и «Юность». Для детей это отличная возможность показать себя с самой лучшей стороны. Возможно, кого-то из этих детей заметят и пригласят в основную команду. Во всех матчах спортсмены показали публике достойную игру. Ну а главная схватка «Ермака» с командой «Байкал» закончилась победой хозяев льда со счетом 11-8, что обеспечило местным фанатам поистине праздничное настроение. Ирина Шаврюк, Александр Бычков, Дмитрий Швецов. Местное время.